эскалопы из индейки – пример того, как горячее второе блюдо, состоящее при этом не из овощей, может быть не слишком калорийным и вполне диетическим. Простой рецепт эскалопов из индейки для худеющих. Я слежу за своей фигурой и, следовательно, за своим питанием, потому даже на горячие стараюсь готовить более-менее диетические, не слишком жирные и не слишком калорийные блюда. Однако на одних овощах далеко не уедешь, мяса порой очень хочется. Компромисс нахожу в эскалопах из индейки. Визуально эти эскалопы ничем не отличаются от свиных, по вкусу получаются даже более нежными и мягкими, нежели свиные, а в плане калорийности индейки, вполне себе диетическое блюдо. Так что, для тех, кто тоже внимательно следит за своей фигурой, я рассказываю и показываю, как приготовить эскалопы из индейки. Список ингредиентов, в конце видео. В мисочку разбиваем яйцо. Туда же добавляем соль и специи. Хорошенько взбиваем вилочкой. В сковороде растапливаем кусочек сливочного масла. Эскалопы хорошенько обмакиваем в приготовленную смесь. Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Затем эскалопы обваливаем в панировочных сухарях. После панировки кладем эскалопы на горячую сковороду. Обжариваем примерно 5 минут с одной стороны, затем переворачиваем, и столько же с другой стороны. Эскалопы готовы, подаем с любимым гарниром и салатом. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Обещанный список ингредиентов. Индейка, эскалопы, 4 штуки. Панировочные сухари, 7 столовые ложек. Яйцо куриное, 1 штука. Паприка сладкая, 1 чайная ложка. Чеснок, 1 чайная ложка. Соль, по вкусу. Перец черный, по вкусу. Масло сливочное, 30 грамм. Количество порций, 4. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Удачного дня!